Ми продовжимо програму «Новий день». І зараз в ефірі рубрика «Підприємець. Хто ви?». Її гостею сьогодні є Марина Селіверстова, бізнес-консультант з питань управління організацією і персоналом, бізнес-тренер, практичний психолог, т'ютер школи бізнесу відкритого університету Великобританії. Доброго вам ранку. Тема нашого сьогоднішнього ефіру – адаптивне управління. Якщо я вас попрошу пояснити цей термін. Этот термин является одним из ключевых в системе качества менеджмента на предприятии. И поскольку он состоит из двух слов, да, то вот каждое слово, наверное, надо расшифровать. Прежде всего, управление – это ясно, что это находится в прерогативе менеджеров и владельцев бизнеса, если мы говорим, да, малый и средний бизнес наших предпринимателей. То есть это подходы, которые используют, они другой немножечко подход, который они используют в своей повседневной деятельности управленческой при постановке целей, контроле за исполнением, мотивации персонала и так далее, и так далее. А вот адаптивный как раз-то дает суть этого подхода. Как бы нам не хотелось, да, то есть как бы нам не хотелось и как бы мы не хотели все какой-то стабильной очень обстановки, особенно бизнес, да, так хочется уже выдохнуть и спокойно наслаждаться результатами своего труда. Но получается, что внешняя среда все время нам преподносит какие-то, да, подарки, какие-то изменения, и нам нужно к ним приспособиться. Так вот, адаптивное управление, с одной стороны, направлено на то, чтобы очень быстро приспосабливаться, да, вот этот срок приспособления, вот этот период адаптации сократить до минимума, чтобы, ну, было меньше издержек, было меньше конфликтов и так далее, и так далее. С другой стороны, кто уже владеет хорошо этим подходом, они могут прогнозировать, предполагать, какие могут быть изменения, и уже как профилактическую меру вводить изменения у себя в организации. То есть здесь вот в адаптивном управлении это, скажем, высший пилотаж менеджмента, потому что именно управление изменением, как лакмусовая бумажечка, проверяют, насколько у нас эффективный менеджмент на предприятии. Моя колега Ірина Федоровська досліджувала цю тему на прикладі декількох підприємств нашого міста. Давайте подивимося сюжет. З удовольствием. Адаптація у бізнесі – це пристосування економічної системи, підприємств та працівників до умов зовнішнього середовища, виробництва і праці. Поряд з поняттям «адаптація» набуло широкого поширення поняття «адаптивного управління». Це система, в якій в результаті змін параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища, це може бути новий закон, який, звичайно, потребує нових документів, зміни в суспільстві та інше, відбувається відповідне підлаштування організаційної структури і підприємства в цілому. Тобто адаптивною вважають систему, яка може пристосуватися до мінливих умов, внутрішніх і зовнішніх. Безумовно, такі зміни неминучі і в документації. Существует ряд документов, по которым мы постоянно работаем. Ну, в результате меняющихся условий, окружающей среды, внутренней политики предприятия всегда что-то меняется. Меняются те данные, которые мы хотим видеть на выходе. И очень часто документы просто устаревают, втрачают, так сказать, актуальность на сегодняшний день. Поэтому такие документы требуют каких-то корректировок, постоянных внесений изменений. И вот именно это вот тот документ, который вовремя не изменен, именно он и вызывает, возможно, какое-то, ну, легкое недовольство. Тому на підприємствах ініціюються зміни та корективи в ділових паперах. Змінюються дані, виходять нові накази та інше. Та скільки ж часу потребують такі зміни? Само изменение, возможно, не несет больших затрат времени. Но для того, чтобы согласовать само изменение, целесообразность этого изменения, то необходимо некоторое время. Я не скажу, что так долго, но, к примеру, бланк несоответствия согласовывается у нас до одной недели. Потом корректировка может внестись в течение одного рабочего дня. Якими документами ви незадоволені в своїй організації, представники підприємств відповідають по-різному. Как таковых документов, которыми довольно конкретных, возможно, и нет. А ось Игорь Гончаров, керівник IT-компании, відповідає так. Наверное, всеми. И всегда. Потому что... Ну, просто потому что всегда находится что-то, что хочется добавить, всегда находится что-то, что хочется изменить. То есть, ну, тут, наверное, срабатывает какой-то перфекционизм. И, в принципе, в работе постоянно, ну, я уже как говорил, что в работе постоянно что-то, скажем так,
находятся какие-то новые проблемы, задачи, и это все связано, собственно, с документацией. Компанія Bitusoft займається розробкою і впровадженням проєктів в програмі 1С та оптимізацією підприємств на базі цієї програми. Кількість працівників невелика, багато хто працює віддалено, навіть в інших містах, адже ця робота не вимагає постійно знаходитися в офісі. Сотрудників мало, і в принципі, ну, зараз как бы періодично задумуємося про розширення штату, ну, от ще как бы ще не знайшли того самого чоловіка, з яким ми працювали. Та що ж це за програма 1С? Давайте немного розкажу про саму програму 1С. Тобто вона доволі популярна, наверное, одна з самых популярних програм, или самая популярная программа во всем пространстве СНГ. Это программа учета не только бухгалтерского, складского учета, клиентского учета, бухгалтерского учета, который используют, в принципе, ну, очень-очень многие предприятия. Программа, скажем так, довольно простая, в принципе, в использовании. Обычно чаще всего пользователи этой программы — это менеджеры по продажам, менеджеры по закупкам, бухгалтера, руководители отделов, руководители предприятий. Отож, як і у будь-якого підприємства, у компанії Bitusoft з'являються нові цілі, задачі та проблеми. І, звичайно, це все пов'язане з документацією. Міняється ця документація часто і, ну, относительно часто. Тобто ми просто документацію то постійно адаптуємо під підприємство, як буде краще працювати з нами і так далі. Таким чином, адаптивне управління саме документацією сприяє самоорганізації, стійкості, а також життєздатності і швидкої реакції підприємства на зміни зовнішнього середовища. А ми продовжимо програму «Новий день» і продовжимо розмову про адаптивне управління. Отже, як ми зрозуміли, адаптація до реалій сучасності починається з документації. Які документи, наявність яких документів допоможе власнику підприємства вести бізнес до його мети? Які документи для цього необхідні? Можна поділити условно, да, на дві частини. Це документи, які потрібні для внешніх каких-то контрагентів, контролирующих органов, да, там проверок и так далее. И на это всегда обращают внимание предприниматели, потому что, ну, без этого бизнес, ведение бизнеса, да, в правовом поле как бы невозможно. Но с другой стороны, это огромное количество внутренней документации, которые, к сожалению, ну, вы понимаете, консультантов не приглашают для того, чтобы поделиться успехами. Приглашают для того, чтобы решать проблемы. И, к счастью, сейчас вот наметилась очень стойкая тенденция, да, один из запросов – это как раз-то формализация работы организации, внутренняя формализация, внутренних процессов. Потому что когда предприниматель стартует, ему хочется зацепиться, да, отвоевать долю рынка, сделать своего клиента, но как только у него начинается вот этот период роста и больше появляется сотрудников, управляемость резко может упасть, если нет вот этих формализованных документов. Да? Это имеется на увазе, ну, какие-то правила установлены, это, да, так это, прописаны. Знаете, да, совершенно верно. Вот чем они лучше прописаны, точнее, тем мы менеджер больше экономит время на то, чтобы разъяснять, достаточно дать человеку, да, прочитать, что он должен делать, как он должен делать, какие требования есть у компании, что можно, что нельзя, какие у него есть полномочия, и затем только обсудить. Если это не предприятие, так, трудовые договоры. Да, трудовой договор, должностные инструкции. Сейчас очень популярен, он действительно эффективен, процессный подход, когда расписываются бизнес-процессы внутри организации. Каждый человек понимает, где он работает, с кем он работает, какой выход ждут и какие показатели. Обязательно нужны документы, которые фиксируют показатели. Показатели, на что мы ориентируемся при достижении своих амбициозных целей. Да? Показатели процесса, показатели результата, еще показатели удовлетворенности наших клиентов. Потому что клиент фактически это наш главный работодатель. Это он нам платит деньги, да, а мы ими распоряжаемся. Не будет клиента, мы ничего этого не сделаем. Вот, поэтому вот эти внутренние документы, да, регламентирующие деятельность и вот задающие, как вы правильно сказали, правила, да, бизнеса, они делают бизнес предсказуемым достаточно, управляемым и создают хорошую основу для того, чтобы
чтобы потом адаптировать. Когда это не создано, нечего адаптировать, не к чему обратиться. Да? Поэтому вот формализация сейчас, это действительно, ну, приходит осознание к предпринимателям на определенном этапе развития их организации, что это необходимо. Поэтому вот внутренние регламентирующие очень важны, вот, допустим, для сферы услуг, это корпоративные стандарты обслуживания. К сожалению, предприниматели делают иногда ошибку. Да? С одной стороны, у нас может быть проблема отсутствия документов, с другой стороны, мы знаем, что они могут лежать на полочке, пылиться и быть недейственными. Когда это происходит, в каких случаях? Вот самая большая причина, это опять же, когда приглашают консультантов, и к ним не допускается никто из сотрудников. То есть вы вот консультанты и делаете, да, так, как считаете нужным. Это исключительно неправильный подход, потому что никто, кроме сотрудников и менеджеров предприятия, не знает индивидуальность вот этого предприятия. Мы, все предприятия очень-очень разные. И скачать должностную инструкцию или корпоративные стандарты обслуживания из интернета и решить, что они будут работать здесь, не будет такого. Потому что вообще корпоративные стандарты обслуживания составляют такую, знаете, почти коммерческую тайну предприятия, потому что это то, как мы обслуживаем клиента. Мы им дорожим, да, и вот у нас такая стратегия обслуживания. Поэтому вот эти документы, конечно, нужны, важны и желательно, чтобы они, не желательно, а стоит ими начинать заниматься, вот создавать, да, чтобы они были рабочими, чтобы к ними обращались и менеджеры, и имели доступ персонал, и персонал вообще бы знал их. И руководство, знаете, как руководство к действию, а не как информация к размышлению. Это две большие разницы. Отже, у кожного підприємства свій пакет документів. Да, да. А як часто от вам, як бізнес-тренеру, як бізнес-консультанту, доводиться ініціювати зміни в цих документах? Ну, скорее, я могу говорить о своем опыте как предпринимателя, да, то мне фактически изменять какие-то, у меня есть бизнес-процессы, то есть, допустим, план работы бизнес-тренера по созданию программы, да, это отдельный, не отдельный тренинг, а программы. И вот он у меня с годами, он тоже претерпевает изменения, потому что меняется заказчик, меняется его осведомленность, да, его требования, и у меня этот документ постоянно в работе происходит. Как консультанту инициировать, я могу только рекомендовать, увидев какие-то проблемные зоны, да, но вот сейчас то, с чем я сталкиваюсь, это как раз-то больше не изменение, а именно создание вот этой базы документов внутреннего пользования, поскольку я все-таки специалист по управлению организацией персоналом, то есть я вот здесь смотрю. И здесь, конечно, есть над чем работать, и хочется, чтобы предприниматели понимали, что любое изменение вовне, которое инициируется, должно отразиться внутри. Если мы его игнорируем просто, то мы потом имеем проблему, с которой очень сложно работать. От чего зависит термин зміни документов? А отже, и адаптации предприятия до новых время реалий изменения життя. Документа зависит вообще от сути самого документа, да, сути изменения даже, скажем, потому что документ, изменения могут быть такими радикальными, глобальными, да, когда мы можем там технологический процесс менять, еще что это тянет за собой изменения должностных инструкций, и это будет более затянутый процесс. То есть единого такого, я бы сказала, можно привязываться к масштабу самого изменения. Инициировать, чем раньше инициируется изменение в документах, тем лучше, но в документах обычно закрепление идет. То есть статистика говорит о том, что многие изменения, вот почему они не внедряются или не закрепляются. Не внедряются, потому что не уделили внимания на этапе планирования, а это тоже создание определенной базы документов как проекта. Но с другой стороны, это вот когда внедрили, попробовали и забыли закрепить. А наши стереотипы так хорошо работают, да, нас как сотрудников, что мы скатываемся в привычное, что уже хорошо делаем. Если закреплять новые правила игры, то это тогда становится вот основой и для оценки персонала. То есть мы новый уровень делаем. Поэтому масштаб изменений, да, он как раз-то и диктует время, которое нужно на изменение документации, сопровождающей это изменение и закрепляющей. Чи можемо ми зараз скористатися вашим досвідом і попросити поради для підприємців в нашому ефірі от щодо адаптації адаптованого управління. Уважаємо предприниматели, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что
формализация процессов, которые есть у вас на предприятии, касающиеся маркетинга, финансов, персонала, организации, они должны быть действительно формализованы, эти процессы. Это облегчит вам управление. Это даст, высвободит вам время на то, чтобы вы занимались именно своим предназначением, то есть стратегическим развитием ваших компаний. И я думаю, что каждый из вас рассчитывает на успех. И вот эта составляющая адаптивного управления может вам в этом помочь. Дякую вам, Марина. Дуже Спасибо. Цікаво було і дуже доступно. Спасибо. Навіть для новачків. Спасибо большое. Я бажаю і вам успіху, і успіху всім нашим підприємцям. Да. Хочеться, щоб у нас бізнес процвітав. Да, вмів адаптуватися до всіх. Да, да, да. Очень этого хочется. Хочется, чтобы у нас была такая бизнес-элита в Николаеве в результате. Как вы думаете, есть для этого потенциал? Я думаю, есть потенциал, потому что появился запрос и появились организации, которые этим, знаете, собираются вот люди, которые болеют душой, что называется, за это. Да? Вот они хотят и конкурентоспособность повышать. Они очень открыты новым подходам, они стараются, они апробируют. Я думаю, что именно эти организации в конце концов и прорвутся. Вот в такое время, да, а время сейчас хорошее для экспериментов на самом деле, это точно. Будемо сподіватися, що навіть у складний час можна буде знайти позитивні можливості для росту і розвитку. Знаете, как говорят, оптимист – это тот, в каждой трудности, кто видит в каждой трудности возможность, а пессимист – кто в каждой возможности видит трудность. Хочется, чтобы наши предприниматели были оптимистами, конечно.